Первый доклад Ирины Ярославовны Арефьева. Голографическое описание кварклюонной плазмы. Пожалуйста. Рада сделать здесь доклад. Я благодарна организаторам, которые меня сюда позвали. Здесь очень всегда приятно рассказывать. И вот название немножко более уточненное. Образование кварклюонной плазмы при столкновении тяжелых ионов. В значительной степени этот доклад на ту же тему, что я и рассказывала здесь в прошлый раз. Но тема, да, очень популярная, она развивается. И вот я начну, конечно, с того, что повторю то, что я рассказывала, такой какой-то бэкграунд, который практически не изменился. Расскажу, тем не менее, о новых экспериментальных данных, новых экспериментальных перспективах, ну и, конечно, новые вычисления, которые здесь делаются. Доклад в значительной степени по физике. Но методы математические, без математики никуда не деться, и методы достаточно изощренные. То есть математика, которая за этим стоит, достаточно изощренная, но я постараюсь рассказать так, чтобы было понятно. Значит, и говорить я, вот как вы уже поняли, буду по-русски, но здесь есть вот профессор Ивасо, я использую английские transparency, надеюсь, что будет понятно. Я начну с описания физической картины формирования кварклюонной плазмы в столкновении тяжелых ионов. И дальше скажу, почему, собственно, мы, ну, почти что вынуждены для некоторых конкретных вопросов применять голографию. Потом я сразу же скажу о результатах, которые дает голография. Под результатами здесь имеется в виду следующее, что нужно получить хорошее согласие с имеющимися экспериментальными данными. Речь идет об экспериментах на большом адронном коллайдере, я про это скажу детально. И здесь есть, так сказать, теоретических два типа подхода, которые получили название сверху вниз и, естественно, снизу вверх. Что это означает? Это означает следующее. Когда мы говорим топ-даун, это имеется в виду, что есть какая-то универсальная общая теория. Ну, поскольку я занимаюсь теорией струн, вы можете себе представить, конечно, я буду пропагандировать точку зрения, которая возникает при рассмотрении такой общей модели, это струнные модели. Не, чтобы быть честной, я сразу скажу, что все, конечно, описать из некоторой единой теории до сих пор никому не удается, хотя масса людей работает в этом направлении. И вот то, что называется топ-даун, это в основном имеется стринг, либо стринг-инспайрен, как бы вот близко к струнному, по крайней мере. А есть подход bottom-up, это подход, связанный с тем, что мы будем гадать из таких соображений красоты и, ну, так сказать, скорее, такого искусства, отгадать такую голографическую модель, из которых хорошо описывается вот нужный нам эксперимент. Я скорее рассказывать буду, в основном вот придерживаясь такой точки зрения. Значит, вот есть кварклюонная плазма, я скажу сейчас буквально через секунду, что это такое. И есть голографическое описание, тоже скажу, что это такое. Но важно здесь следующее слово. Вот есть голографическое описание статической кварклюонной плазмы. Это значит плазма, которая уже образовалась. И есть голографическое описание самого процесса образования кварклюонной плазмы. Я вот буду рассказывать, собственно, то, чем я занимаюсь. Я, ну, вот в нашей группе мы занимаемся второй задачей, поэтому я про нее и больше буду говорить. И вот наше описание, ну, наше, я имею в виду всего комьюнити, который этим занимается, мы способны отвечать, ну, по существу, на два вопроса, связанных с образованием кварклюонной плазмы. Мы способны более-менее прилично в рамках некоторых предположений описать
оценить время образования этой кварклионной плазмы. И вторая величина, о которой в основном и пойдет речь сегодня, это множественность. Что это такое множественность? По-простому, это полное количество образовавшихся частиц в результате столкновения тяжелых ионов. И вот эта величина экспериментальная, она мерится, ну, с точностью, там, грубо говоря, до 10%. Вот. И вот как это описать, этому по существу и будет посвящен весь доклад. Ну что, какие незнакомые слова я должна буду, так, чтобы вы запомнили. Я должна сказать вам, что такое кварклионная плазма, ну, конечно, что такое тяжелый ион, что такое голография, ну и вот как она работает. Ну, начнем мы с того, что такое кварклионная плазма. Кварклионная плазма – это новое состояние вещества, которая состоит из таких маленьких штучек, как кварки и глюоны, ну, антикварки, при высокой температуре. Чем это все описывать? У нас есть теория сильного взаимодействия, которая основными ингредиентами которой являются кварки, вот эти самые кварки и глюоны, но при обычной температуре они вот на расстоянии находятся в состоянии конфайна. А на очень маленьких расстояниях есть асимптот свободы. Ну, кто брал курсы квантовой теории поля, конечно, это хорошо знает, но математикам вот, ну, вот таких два слова надо запомнить. Также хорошо известно, что вот эту теорию, если нагревать, ну, нагревать не в том смысле, что вот подносить к нагревательному прибору, а, скажем так, взять большой этот самый компьютер, составить программу, это значит положить QCD на решетку, ну и посмотреть температурные корреляторы там. То есть это вычисление имеется в виду на решетке. То есть если нагревать, это вот в этом смысле какие-то величины исследовать уже в температурной бане, то возникает деконфайнмент. Вот такая задача при повышении температуры объяснить деконфайнмент, это старая задача в четырехмерной теории, она аналитически не решается, но вот компьютерные симуляции указывают на то, что так вот оно и есть. Кстати, в трехмерии эта задача давно по-любому была решена. Теперь, какая же у нас картина? Что сталкивается на Большом адронном коллайдере? Какие ионы? Сталкиваются ионы свинца. У свинца есть несколько изотопов, но конкретно там сталкиваются вот изотопы, которые содержат 82 протона и вот столько нейтронов. Теперь протон, ну, как, даже как и нейтрон, это такая маленькая частичка. Это я для математиков, физики, конечно, все прекрасно знает. Порядка одного ферми, ну, вот здесь точно размер написан, и каждый протон, так же как и нейтрон, состоит из трех кварков. Вот из картинка здесь этих кварков написано. То есть у нас за этим стоит Лагранжан. Теперь, когда мы берем вот столько-то протонов, столько-то нейтронов, условная такая картинка вот так вот выглядит, вот вместо тех квадратиков, просто у меня попался картинка с квадратиком, с кружочком не попалась, вот мы упаковываем ядро, и два ядра сталкиваются. Тут есть уровень сокращения, которые представлены, ну, когда вот сталкиваются эти частицы, происходит уровень сокращения, и картиночка выглядит так, как будто бы сталкиваются два блина. Значит, характерные размеры здесь вот порядка, ну точнее, это 14 ферми. То есть это 10 минус 15 метра, а вот эти расстояния, ну, около диаметра одного протона, значит, ну, порядка одного ферми, ну, может, еще и меньше. Теперь, вот как сталкиваются эти, в чем, собственно, заключается эксперимент по столкновению этих ионов, откуда они берутся. Ну, прежде всего, берется маленький такой образец чистого свинца, порядка 2 сантиметров, вес его по грамма,
И он нагревается до температуры 500 градусов Цельсия. Конечно, это маленькая, очень маленькие температуры по сравнению с теми температурами про плазму, о которых идет речь. Теперь, как это все как устраивается столкновение? Вот здесь схематическая картинка. Вот эта картинка для большого кольца, вот это диаметр, длина всего это где-то 27 километров. А начинается все с маленького ускорителя. Вот сейчас, вот с этого маленького свинец, просто как молекула, ну вот как вещество, и скинут с него электроны. И вот эта процедура делается последовательно со счет ряда ускорителей, и в конце концов СПС уже вкидывает навстречу друг друга два чистых иона. Вот тут написаны соответствующие энергии, ну я думаю, это не надо уж пояснять. Так, ну идея очень просто. Взяли, нагрели, раздели и столкнули два иона. Энергии здесь такие, ну те эксперименты, которые проведены и в стадии обработки находятся, то есть при первой серии рана, работы этого ускорителя, это энергии порядка 2,76 тева на нуклонную пару, а вот весь этот самый свинец, значит, до такой вот энергии разгоняется. Ну, просто потому, что там надо умножить число этих самых нуклонов на вот эту энергию. Так, ну вот, что же, это не первый эксперимент, который проводится с тяжелыми йодами. На всех их предыдущих ускорителях это проводилось. И здесь написаны вот характерные масштабы энергии, которые соответствовали каждому из этих ускорителей. Тут, поскольку я принимаю участие сейчас точно в конференции, которая имеет точно такое же название в Белграде, и там обсуждались, вот, ну там просто делал большой доклад делал Антониадис, который руководитель отдела теоретической физики в ЦЕРНе, и обсуждались вот следующие проекты в ЦЕРНе, которые будут вестись, и какие следующие после Хиггса, что будет наблюдаться, и вообще какие у нас есть возможности, на что направить, то Антониадис рассказывал вот о недавних принятых проектах, ну, как бы написание этих предложений, что будет дальше, какие дальше машины будут строиться, вот, ЦЕРН строить. И Игорь Васильевич меня просил тут кое-что показать, кое-какие картинки. Вот поэтому я тут, чтобы переход был постепенный, скажу про характерные цифры. Значит, максимальная энергия, которая планируется для ПП, протон-протонных столкновений, на Большом адронном коллайдере это 14 ТЭФ. Это вот особенно важно получить хорошую светимость. 14 ТЭФ уже есть. Нет, 14 ТЭФ, есть только 7 ТЭФ. Это, ну, как бы запланировано 14 ТЭФ, но они не реализованы, реализованы только 7. Вот. Значит, сталкиваются, помимо ПП коллижена, имеется ион-ионные столкновения. Также очень интересные результаты, я частично о них скажу, это результаты про протон-ионному столкновению. Ну, я хочу сказать, что вообще ионы сталкиваются и собираются и у нас, это проект Ника, но там менее тяжелые ионы. И также, вот я в Гатчине недавно была, обсуждаются будущие эксперименты, когда свинец, не просто свинец будет сталкивать, а свинец будет стоять на месте, а его будет бомбить карбоном. А в серпухове? Там же ведутся эксперименты по термализации. Ну, не могу вам насчет Серпухова не могу квалифицированно прокомментировать. Вот. Значит, теперь какой следующий ускоритель обсуждается построить? Это года 18-й, 20-й там и выше. Значит, обсуждается возможность построения
конструкции нового туннеля, у которой будет либо 80, либо 100 километровые, и выбора даже нет. Но на самом деле, еще обсуждаются две возможности. Это в зависимости от магнита. Если я так примерно цифры скажу, по-моему, это для 16 Тесла, вот это для 20, а этот для 16. То есть ясно дело, что чем вы хотите ту же самую энергию на меньшем кольце, тем больше вам нужен магнит. Ну и вот это все можно почитать, вот эти картинки, которые я вам показываю, я вот взяла вот отсюда. Теперь обсуждается также и электронный, позитронный коллайдер. Вы знаете, наверное, кто физикой занимается, знает, что вот обсуждается International Linear Collider, который сначала даже когда-то в дом не хотели, но вроде бы сейчас Япония вот так яростно взялась за него. Ну вот, а здесь другое, тоже предложение, но с использованием туннелей. Кстати, я забыла сказать, что преимущество строительства вот следующей машины в ЦЕРНе, потому что специалисты говорят, что можно те же самые детекторы использовать. И вот как раз электрон-позитронный коллайдер, это или ускоритель, это рассматривается как будущее фабрика по производству хиггсов, ну и с тем, чтобы, конечно, все уже характеристики хиггса померить. Ну, я рассказываю в основном столкновение тяжелых ионов. И вопрос, я бы так сказала, вот я буду описывать появление кварклионной плазмы в столкновении тяжелых ионов. Вопрос, образуется ли плазма в ПП-столкновениях, образуется ли плазма при столкновении протон-ионов? Это очень интересные вопросы, но чтобы на них квалифицированно, так сказать, ответить, я, как я понимаю, экспериментальных возможностей существующих пока недостаточно. Ну, вот давайте теперь все-таки я сделаю скачок обратный к основной теме доклада и скажу, какое же счастье у нас от изучения столкновения тяжелых ионов на уже существующих экспериментах. И что же нам показали эти эксперименты? Вопрос о том, как добыта эта информация, это отдельный интересный вопрос. И я вот вряд ли смогу подробно остановиться, но вот у меня вышла как раз недавно, буквально пару месяцев назад, большая статья в «Успех физических наук». Я там постаралась это рассказать, так, кто интересуется, посмотреть. Я только, как математик говорит, ответ расскажу. Значит, вот есть из анализа экспериментальных данных на РИКе и на ЛХСИ, есть убеждение, что в процессе столкновения тяжелых ионов образуется некоторая среда, которая ведет себя коллективно. Здесь вот есть список эффектов, которые поддерживают эту точку зрения. Ну, поскольку кто знает, тот вспомнит. Более детально, я думаю, я просто реально нету. Я могу зачесть по-русски, но я думаю, что достаточно. Вот поверьте мне, что образуется этот медиум. Причем этот медиум, который там образуется, вот схематическая картинка, она примерно такая. Вот эти два иона, вот время отсюда идет. Два иона были, вот они как блины такие, они столкнулись, вот что-то желтенькое образовалось. И если какие-то по поведению третьих объектов мы судим по появлению вот этого медиума, и со временем вот этот медиум исчезает. Вот это, то есть происходит так называемый фризаут. Эта картинка, вот то, что вот здесь, вот свойство вот этой кварклионной плазмы, которая вот здесь, я еще раз говорю, не обсуждаю, как это все мерится, но есть основания думать, что вот эта кварклионная плазма вот в эти
времена и после столкновения имеют те же физические свойства, которые имеет наша Вселенная в процессе вот, развития. Ну вот следующий доклад более космологический. Тут я только напомню, что ну, по общепринятой точке зрения вот все началось с Биг-Бэнг, и есть и другие точки зрения, ну как бы мейнстрим вот такой. И вот в процессе после электрослабого фазового перехода считается, что вот здесь в основном живет кварк-глионная плазма, а уже потом проходит фаза confinement, это значит, вот эти все остывает, это происходит схлопывание, ну по три кварка собирается ядро, ну и дальше идет нуклеогенез и так далее. Первые атомы, вот, которые здесь образуются, это они где-то где вот на этих характерных временах. Здесь характерные времена, вот это образование кварк-глионной плазмы, это порядка одного ферми, деленное на скорость света. То есть я буду все время сегодня рассказывать в единицах, когда скорость света положена единиц, то есть у меня времена будут в ферми. Один сантиметр, 10 минус 15, как я говорила, один ферми, это одно и то же, просто одно и то же название. Итак, есть, значит, сильное предположение, есть существенное предположение, что образуется некий медиум, и вот этот медиум ведет себя как сильно взаимодействующая жидкость. Это факт экспериментальный. Раз это сильно взаимодействующая жидкость, ну, с каких-то моментов можно применять гидродинамику. Гидродинамическое приближение, и это действительно делается. Но гидродинамическое приближение – это после того, как плазма уже образовалась. Так что я буду рассказывать, как она образуется. Вот поэтому, раз сильно взаимодействующие, никакие пертурбативные методы, к сожалению, применять невозможно. Теперь что решетка нам дает, где непертурбативные методы сильно, так сказать, развиты? К сожалению, решетка работает только в евклидовом пространстве времени хорошо, а в реальное явление она, как говорится, описывает, практически не описывает, поэтому вот непонятно, что делать. И поэтому, вот исходя вот из этих двух соображений, общественность решила стараться использовать дуальное описание. И основное достижение, ну так сказать, которое было достигнуто несколько лет 10 тому назад, это работа 2012 года, это с помощью вот этой дуальности была сдвиговая вязкость вот этой самой жидкости посчитана. Значит, результаты экспериментов показали, что вязкость этой жидкости самая слабая, маленькая, которая существует в природе. И вот графическая дуальность, она дала объяснение этого факта. Это работа 2-го года, 2002 года, Поликастро, Сон и Старинец, после которого вот как-то географическое описание стало рассматриваться как очень серьезный теоретический инструмент. Значит, географическое описание, строго говоря, когда теорема о географическом описании, имеет место для теории, очень специальные. Значит, про эту специальную теорию я рассказать сейчас не смогу. Это так называемая N4 теория суперъявленности. Очень тесно связанная со струнами. Вот, кстати, Игорь Васильевич Чарович тут делает доклад у нас в Тепловке, математические, ну как бы для математиков. Вот про формулировки этих теорий там можно, мне кажется, посмотреть. Я буду просто говорить, ну вот есть такая теория, и без всяких, ну, конечно, я могу выписать Лагранжан, но от этого как бы легче не станет, все равно выкладки не смогу здесь сделать. То есть вот я просто могу сказать, что есть такая теория N4 Super Young Mills, для которой, строго говоря, имеет место дуальное описание. Что такое дуальное описание, я еще не рассказала. Вот, пока еще не рассказала. Но я так вот как бы по спирали буду двигаться и возвращаться к одному и тому же. Значит, эта теория, она дуальна и очень замечательна, что она дуальна. Но спрашивается, какое это отношение имеет к реальной PCD, для которой мы вот обязаны все сосчитать.
оказывается, имеет, значит, в этой теории в N4 суперянгельмах есть замечательное свойство комфортной инвариантности. Бета-функция там точно известна, вот есть очень замечательное свойство. Спрашивается, обладает ли KCD этим свойством? Ну, при нулевой температуре, ясное дело, не обладает. Есть кварки, у них есть масса, а комфортная инвариантность есть там, где все без массы. Ну, это грубо, так сказать, говоря. Но вот оказалось, что эксперименты на решетке показывают, если вы возьмете KCD, посадите ее на решетку, сделаете так, что вы пространственную... Ну, в общем, ввели температуру, все это компактифицировали, значит, в одном из направлений. Оказывается, уравнение состояния, которое возникает, описывается вот этой формой, когда энергия равня трем давлениям. То есть в четырехмерном пространстве для соответствующего диагонального тензора вы имеете дело с бесследовым тензором, потому что у вас тензор так выстраивается, Е и 3П, то есть полный след равен. Ну, это комфортное поведение. Это означает, что действительно вот теория так себя ведет. И это не пертурбативный эффект, потому что если мы будем считать пертурбативно, вот это, получить такое уравнение состояния мы вряд ли сможем. Теперь я хочу, пока вот, собственно, это является таким подспорьем, думаю, что те вычисления, которые мы делаем с помощью географии, которую я все еще вам не описала, можно им верить. Вот для статической кварк-глюонной плазмы достигнута масса результатов, получены физические величины, вычислены, вот я сказала, что это вискозити, по само гидродинамическое поведение выведено, не предположено, а именно выведено из такой теории. Вы прекрасно знаете, что вывод гидродинамического поведения в системе, скажем, из N-частицы, это сильно нетривиальное поведение, вот появление гидродинамического описания, сильно нетривиальная задача. Вот эта задача сделана, и это описано в большое ревью, вот я в этом самом в архиве этот номер, и книжка у них выше. А также вот здесь уже про нестатическое описание, про сами процессы образования, ну, впрочем, и статическое тоже очень кратко, вот в этом тексте содержится. Теперь, вот здесь я привела результаты, взятые вот из этой работы, которые показывают, что у нас действительно... Е примерно равно 3П. Видите, при высоких температурах вот эти две кривые сходятся. Эти вычисления интересно делаются в QCD, конечно, с Фебером. Это сильно нетривиальная задача сама по себе, как эти все вычисления делать. Вот здесь эти вычисления сделаны для Фебера. Извини, а что на картинке изображено? Что? Что было изображено на картинке? Ну, если глазки открыть, то на картинке изображено следующее. Здесь температура, а здесь кривая энергия, плотность энергии, ну, отнесенная к температуре в четверке, и вот три давления. Значит, теперь следующая картинка более детальная, ну, более как бы в саму трейс аномалии, вот эпсилон минус 3П, просто уже нарисованные при разных феврах, она вот такая. Но видно, что на ноль не совсем идет, но очень близко к нулю. Это называется квазикомфортное поведение. Вот что и написано. Теперь, вот я все говорила, география. Что же это за география? География, ну, как бы такой география, ну, у всех есть такое просто физическое представление, что такое география. Это когда вы знаете что-то на границе некоторого объема и можете по этому знанию судить, что происходит в самом объеме. Значит, вот в контексте квантовой теории поля под географией имеется в виду следующее. Предположим, у вас есть какой-то оператор О, вот такой красивой буквы, квантовый оператор.
Теперь этот квантовый оператор вот умножен на какую-то классическую величину физноликом. Вот это все называется производящим функционалом квантовой теории поля. Кто знает, то знает. Кто, не знает, что такое квантовая теория поля, ну просто может пропустить этот кусок рассказа. И вот вы вычисляете вот, производящий функционал во всем пространстве. Но ваше пространство, в котором вы живете, вот это и время, и координаты, вот наше четырехмерное пространство, а является границей некоторого другого пространства М. То есть мы живем, вот мы дельта М, это граница некоторого М. А оказывается, что вот эту производящую функцию можно вычислить с помощью некоторого вычисления гравитации, которую надо еще отгадать, надо написать действие гравитационное, то есть это эйнштейновская теория с какими-то полями, так, что вот это действие, там есть вот такое поле наше какое-то, вот здесь физноликом, а вот здесь оно без всякого нуля тут, но у него оно зависит от большего числа переменных, новая координата z. То есть, еще раз, вот это дельта m параметризуется координатами tx вот с этой парочкой. А в самом m координаты введены tx и z. Вот считается, что там есть некоторое поле φ, там есть некоторая гравитация, то есть некоторая метрика. И поле φ, которое вот сюда надо подставить, оно задает задачу Дирихлея для вот этого самого действия. То есть надо написать классические уравнения движения. Вот это написано вариация, то есть классическое уравнение движения для действия. Но задачу надо поставить, чтобы на границе равнялось вот этому самому физноликом, который здесь. Таким образом, если S от G, G фиксировано, S вам задано, это вы, предположим, все решили. Это, конечно, задачу надо доказывать. Вы решили, либо у вас есть теорема существования, либо есть какой-то приближенный метод. Если вы это сосчитали, утверждение, что это есть не что иное, как коррелятор для квантовой теории. Как по этому О, квантовому объекту, построить это действие, это некоторое искусство, и есть некоторые правила, которые работают для вот нашего Минковского пространства, М это пространство, вот здесь не очень, вот М это пространство Минковского, а само, вот, простите, пожалуйста, дельта М это пространство Минковского, а само М это пространство антидеситор. Ну, точнее сказать, по Пуанкаре кусок пространства антидеситор. Ну вот, есть такое утверждение, я так не очень точно, но примерно описала математическую формулировку, которая здесь есть, и как это все работает на каких-то простейших примерах. Возьмем метрику Пуанкаре, ну это вот всем знакомая метрика Пуанкаре, координаты, здесь три трехмерное пространство, трехмерный антидеситор, координаты время и пространство x, и вот дополнительная координата z. На границе, когда z стремится к нулю, если вы сделаете соответствующую перенормировку, то метрика, вот dz уже вы не меняете, у вас здесь образовалось пространство, умерное пространство Минковского. Вот по такому правилу, которое я говорила, можно посчитать корреляторы. И ответ для этих корреляторов получается для одновременных, вот здесь точка t и x, одновременной коррелятор написан, вот он такой, как здесь ответ. Теперь есть здесь такая штука, как дельта, которая описывает комфортный вес, но это вид вот этого оператора. Теперь, самое интересное, что здесь происходит, и почему это, как бы, что интересно для нас. Оказывается, если мы возьмем вот эту метрику в том варианте, когда есть черная дыра, а это очень просто с точки зрения координат Пуанкаре, остается всего лишь подставить сюда такую немножечко вот так испортить вот эту метрику. Фактор единицы на z оставить старым, а вот здесь парочку изменения сделать, прописать вот эту функцию сюда и вот сюда.
Ну, знак поменялся перед ДТФ. А это я просто я рассказываю Евклидовым. Это ответы тут для Евклидова варианта написаны. Значит, можно смотреть здесь вот тоже взять Евклидов вариант, тогда будет Евклидова функция Грина. Но с точки зрения тех ответов, которые здесь выписаны, это несущественно, потому что я все равно одновременные ответы выписываю. Ну, здесь некоторые тонкости, вот не так удобнее, вот чтобы совсем все правда было, вот написать те формулы, которые здесь написаны. Так вот что оказывается? Вот по некоторому правилу делаешь вычисление в этой метрике, получаешь этот ответ, по тому же правилу в этой метрике получаешь этот ответ. Что это такое за ответ? Синус гиперболический, вот здесь вот x минус x штрих. Ну, прежде всего видно, что предельным переходом, если здесь нормировку соответствующую сделать, можно получить и вот исходный ответ, если здесь t тоже в нужной степени подставить. Это ответ для ввоза газа при температуре. То есть что мы получили? Получается, что если делать географические вычисления в пространстве с черной дырой, получается теория поля с температурой. И это есть основная интрига и основная точка, которая стоит за всем подходом, связанной с кварк-леонной платой. То есть все вычисления, которые делаются голографически, они так или иначе связаны с черными дырами. И здесь, ну, как бы, та температура, вот видите, здесь возникте, вот, когда я написала вот этот ответ, каждый знает, что это вот боза газ, и ты это температура. И также каждый знает, что если есть черная дыра, то есть есть температура Хокинга, которая связана с горизонтом, а здесь это горизонт, это просто когда эта функция заменяется, если есть соответствующая температура, и оказывается, ну, с точностью до константы, вот эти температуры, это, собственно, есть одна и та же величина. Какой, значит, еще мораль для нас какая? Мораль для нас такая, что температурная квантовая теория поля в пространстве Минковского географически имеет описание с помощью антидеситора, в котором есть черные дыры. И с помощью вот такой, ну, гипотезы, скажем так, посчитаны многие статические характеристики для кварк-леонной платы. Просто результат, ну, взяты более сложные модели, ну, например, там можно учитывать разные характеристики, можно черную дыру брать не такую простую, можно, например, химпотенциал вести с зарядом, соответственно, химпотенциал в пространстве вот, нашем, это соответствует электрический заряд вот здесь. В общем, такая деятельность тут посвящена этому несколько десятков тысяч работ. Каждый день на эту тему появляется 2-3 новых работ уж точно. Так что вот это очень активная такая тематика, и она дает, вот такой подход дает удовлетворительное описание многих явлений. Теперь, ну раз мы говорим, температура – это черная дыра, отсюда возникает естественная гипотеза о том, чтобы сказать, что термализация в квантовой теории поля в пространстве Минковского есть не что иное, как образование черной дыры в пространстве антидеситора. А за счет чего это все должно образовываться? Вот как так? Оно так само по себе же не будет образовываться, черная дыра. Ну, для этого что-то должно, ну, в пустом пространстве. Должно что-то происходить. Либо коллапс гравитационный, это хорошо известный эффект. Но мы хотим как-то сделать так, чтобы то, что происходило в вспомогательном пространстве, то есть в пространстве пятимерном, отражало нашу реальную физику. И здесь можно это сделать за счет того, что есть такой как бы словарик, который связывает пятимерные величины с четырехмерными величинами. В этот словарик входит следующее. Если мы деформируем пятимерную метрику, вот m и n это пятимерные величины, вот это, скажем, наш антидеситор исходный. Теперь мы сделали деформацию, первую вариацию, gmn сюда приписали. Оказывается, чтобы установить связь с четырехмерным миром, надо посмотреть вот на эту самую вариацию, но взять у нее только меню компонента. Ну, вы догадываетесь, меню – это
прибегает четыре значения, все кроме вот этого дополнительной зедовской координаты. Взять это на границе, там есть ультрафиолетовая небольшая перенадзорочка, я детали не говорю. Ну и вот это должно давать тензор энергии импульса, ну, тех процессов за счет вот, вот уже в четырехмерном пространстве, за счет чего мы собираемся инспирировать образование черной дыры. Или вот как это сделать? Ну, вот давайте посмотрим, какие таким образом. Здесь мы примерно представляем, как устроен тензор энергии импульса материи, которая сталкивается. Это так легко сообразить. Это ультрарелятивистская материя. Можно взять точную частицу, разогнать ее до большой скорости, ну, и написать соответствующий тензор энергии импульса. Вот этот, вот это и есть шоковые волны. Сейчас я более детально скажу. Здесь есть еще такая для полноты картины. Просто можно взять прямо даже частицы в пространстве антидеситор. Но это удается сделать только в трехмерном случае. А можно перейти на такую несимметричную точку зрения и рассмотреть. Кстати, я вот в прошлый раз в основном про этот сценарий рассказываю здесь. Это модель движущейся оболочки. Ну, чтобы не запутывать, я не буду про это рассказывать. Теперь, вот как мы предполагаем, материя устроена в четырехмерном мире, который как-то описывает вот этот физический ион. Ну вот мы на ультрарелятивистке, значит, движется вдоль светового конуса в одном направлении, в другом. Ну и, естественно, взять тензор энергии импульса. А вот обозначение минус и плюс, вот это время, это координата, и плюс и минус, это t плюс x, какое-то выделенное направление, это в том направлении, в котором, значит, сталкиваются частицы, ну, например, x1. И минус, соответственно, минус. Ну, вот это здесь на картинке вот эти новые оси введены. И вот, конечно, в природе не бывает дельта-функций. Имеется в виду какое-то гауссовое распределение, которое такой шапочкой является дельта-функция. Ну, условные какие-то вычисления можно сделать и с дельта-функцией. То есть мы считаем, что есть вот такой тензор энергии импульса для вещества. А деформация по нашему правилу, мы прямо должны в метрику поставить, прямо вот эти выражения живьем поставить в метрику. Ну, с точностью до некоторых факторов, как там говорилось. Вот мы их живьем так и ставим сюда. То есть предполагается, что живьем надо поставить дельта-функции и иметь вот эту метрику. Ну, каждый мне тут скажет, что дельта-функция – это нехорошо в метрике. Ну, тут есть два способа с этим бороться. Ну, прежде всего, я могу шапку взять гауссовую. Это тогда все вообще хорошо. Ну и дальше смотреть на формулы. Будут ли у меня какие-то соотношения линейные? Если соотношения какие-то линейные для каких-то уравнений получится, ну я в них смогу сделать предельный переход. Можно перейти к другим координатам, так называемым геодезическим координатам. Но все это было очень детально разобрано еще в 1983-1985 году в работах Венециана, с одной стороны, и в работе Хофта, Деста. Ну, и, в общем, это такое хорошо известное место в классической гравитации. Ну, что же получается? Я сейчас сильно перескочила и привожу здесь результат численного эксперимента, то есть численного решения задачи Каши в пятимерном пространстве с начальными данными, которые вот похожи на шоковые волны. Вот такие типа гауссовых распределений. Значит, вот картинка такая. И дальше нарисовано распределение распределение по плотности. Причем два типа волн сталкиваются. Ну, волны, я говорю, условно, ну, это похоже на правду. Один раз такая жирненькая, а другой раз тоненькие. И тоненькие – это с большей энергией. Видно, что вот эти волны проходят друг через друга. И вопрос – образуют ли они после прохождения друг через друга черную дыру в пространстве антидеситора?
Этот вопрос вот численно, он очень активно обсуждается. Как-то тут пока точность, ну как бы мощности не совсем достаточно, но есть сильные основания думать, что действительно образуется черная дыра. То есть численные эксперименты поддерживают эту идею, что действительно при столкновении шоковых волн образуется черная дыра. Теперь, что посчитать можно? Все-таки я уже говорила, что мы сильно направлены на вычисление двух величин вот, в реальных столкновениях, на оценку времени термализации и оценку множественности рождения частиц. Что такое время термализации? Ну, это время образования черной дыры. Так сказать, словесно, по крайней мере, это понятно. Теперь, что такое мультиплисити и как она связана с величинами, которые можно посчитать или померить в смысле компьютера в пятимерном пространстве антидесиметра. Вот если она связана, оказывается, она связана с энтропией вот этой черной дыры. То есть вот надо, вот если с моего доклада запомнить, что множественность связана с энтропией образующейся черной дыры, это будет отлично. Вот я еще раз эту рамочку отвела. Теперь, как вот это мультиплисити мерится и какие результаты? Значит, вот я привожу последние результаты из Атласа, ну как раз перед остановкой, которые были положены. Это экспериментальные данные в зависимости, вот это тут абракадабра для вас нарисованы, ну смотрите на это все. Это зависимость множественности рожденных частиц от энергии столкновения. И вот тут отложены разные эксперименты и разные, ну вот на адресе, на CMS эти мерили, и на Олесе тут тоже есть результаты, и сравнение с ПП столкновениями. Какие здесь ответы получились? Во-первых, нетривиальная задача фиксировать эти графики, в зависимости от получать, это тоже нетривиальная задача, и здесь точность тоже нет. Ну, какая есть, такая есть. Но какой ответ? Ответ следующий, что множественность рожденных частиц от энергии зависит, как S в степени 0,15. Для протон-протона ответ 0,11. То есть ответы почти одинаковые. Зависимость почти одинаковая. Теперь, что дают разные теории? Вот есть теория Ландау-Ферми, спасибо, как раз скоро кончу. Есть теория Ландау-Ферми, ну, естественно, она была в 50-х годах, дает S в степени 0,25. То есть это вещь, ну, как бы нам не очень подходящая. Вообще говоря, это восходит к Ландау и к Ферми, идея о том, что множественность надо связывать с энтропией, но здесь это было связано с энтропией в четырехмерном пространстве, а в географическом описании эта идея была предложена сначала в работе Габсера, ну и потом вычисления и значительно развивалось это вот в серии здесь работ, в том числе и наша группа здесь поучаствовала. И вот я написала главную идею, чтобы множественность связывать с энтропией образовавшейся черной дыры в пятимерном пространстве. Технически расчеты мы делаем с помощью оценки теорем существования trapped surface. И вот эта ловушечная поверхность, но я не буду даже рассказывать, что это такое. Но вот эти оценки делаются через этот trapped surface. И что же здесь получается? А получается, что простейшие географические модели дают степень 1,3, то есть это 0,3. То есть это хуже даже, чем ландавская оценка. А надо 0,15. Чего делать? Это была такая очень важная задача. Сдвиг в эту сторону был предложен не так давно, в конце 2011 года, Киритисом и Талиосисом, и они предложили использовать так называемую импрув географических PCD, которая, вот я Гражан выписываю пертимерный, это Эйнштейновская теория с этим самым, с космологическим членом, соответственно, плюс дилаторию. Какой профит из всего этого? Оказывается, вот в такого рода моделях можно получить как вакуумное решение, вакуумное я имею в виду, вот ничего больше нет, чем вот те поля, которые здесь есть, хотя вот это фи, конечно, не ноль, вот какой-то нетривиальный фактор B.
Вот антидеседрин, в котором я говорила, вот этот фактор B – это просто единица делить на z квадрат, ну, либо какие-то модификации с черной дырой. И вот у Толиосиса и Кирицца та работа в 2012 году, она вышла, столкновение ответных шоковых волн, которые они посчитали, типичный фактор B вот приведен здесь. Значит, B квадрат, вот видите, он все-таки изменился по сравнению с антидесектором. И ответы, которые здесь получились ну, тоже далекие от эксперимента. Тогда мы взялись за эту задачу, и мы сильно упростили себе, поскольку надо было разное, ну, как-то получить все-таки экспериментальный ответ, и там много расчетов делается и на компьютерных вычислениях, мы решили упростить себе эту задачу и рассматривали столкновение доменных стенок. Что это означает? Означает, что мы выкинули зависимость от поперечных координат, ну вот метрика вот такая есть. И уравнение на вот этот профиль шоковой волны – это фундаментальное решение вот такого простого уравнения. Вот здесь как бы аналог трения. Вот и B еще вот, задана некоторая функция. Что же мы получили? Это результат нашей работы сестер Поздеевой. Прежде всего, в тех результатах, ну, в которых как бы... Прежде всего, предыдущие результаты восстанавливаются. Это означает, что энтропия для точных частиц, для стенок, во всех рассмотренных случаях ранее предыдущими авторами, вот они пропорциональны. И мы получили, что можно подобрать теорию, которая дает экспериментальный фактор. Вот это я считаю большой, так сказать, победой этой науки. Мы получили, что надо иметь вот такой фактор. Значит, очень интересно, для этого самого антидесектора здесь должна быть первая степень. У нас должна здесь быть корень. Спрашивается, каким тиатоном это поддерживается. К нашему ужасу оказалось, что это поддерживается тиатоном с ГОСТовским кинетическим членом. Это мы просто полностью как-то расстроились вначале. Не знаешь, ну, в общем, вот это факт жизни. Потом поправили с Настей Голубцовой этот результат. Я сейчас быстро проскочу буквально за секунду вот эти слайды, поскольку нет никакой возможности это подробно рассказывать. Просто мы отошли от диатонной задачи, взяли действие более как бы связанное с теорией струн. Понимаете, вот это вот опять-таки получилось, что нас теория струн подтолкнула в правильном направлении. Тут поля, некоторые нетривиальные поля, давайте я это проскочу. Мы рассмотрели задачу, и оказалось, что надо столкновение шоковых волн смотреть в анизотропном бэкграунде. И ответ, который мы получили, это при соответствующем ню, это как раз та самая экспериментальная зависимость мультиплисти, которая есть на эксперименте. Ну и последние две минуты я хочу сказать следующее. Ну отлично, вы мне скажете. Вы мне предложили теорию, которая описывает одну физическую вещь. Ну, предположим, я еще термализацию. Время термализации посчитала, что достаточно просто по размерам этой самой трапециоза. По линейным размерам тоже естественные ответы получают. Спрашивается, а как по поводу других величин? Значит, какие величины, ну такие, ну как бы... В букваре про них написано, вот про всю эту науку. Такой стандартной величиной является кварк-кварковый потенциал, который можно вычислить из голографии. Ну вот кварк-кварковый потенциал вычисляется из вильсоновской петли, вот эта вильсоновская петля. Картинка здесь такая. У вас есть наше пространство-время, вот оно вот такой плоскостью здесь нарисовано. Вот, когда, вот этот квадратик лежит в этой плоскости, t и x, а это дополнительные координаты z. Мне надо посчитать среднее вот этой вильсоновской петли.
По предписанию географическому, ну вот по рецепту всей этой кухни, мне надо посчитать площадь поверхности минимальной, натянутой на этот квадрат. Ну, так, чтобы это было более гладко, вот надо взять какой-нибудь там овал и натянуть на него минимальную поверхность, посчитать площадь этой поверхности и посмотреть, как эта поверхность ведет, площадь это ведет при растягивании, вот при больших временах, вот когда вот эту штуку на бесконечно стянешь. Вот такие вычисления для антидеситора были сделаны давно по первой же работе Мудросена, и они показали, что потенциал возникает кроновский. Но это отнюдь кромский потенциал, ясно, дело конфайнмента не описывает. Чтобы получить конфайнмент, надо взять B-фактор вот такой. И вот это, чтобы получить корнельский потенциал, это, сейчас считается, что это хорошо известная экспериментальная величина, то есть даже выписано вот с константой, можно выписать еще следующие знаки, но я так все-таки, чтобы иметь совесть, только два значащих числа получил. И оказывается, вот этот знаменитый корнельский потенциал, который описывает также линейную зависимость потенциала от расстояния между кварками, вот здесь, можно получить с помощью вот этого B-фактора. Это было намечено, первые наметки были сделаны в достаточно старой работе Андреева и Захарова, ну и более детально оказалось, что тут надо еще чуть-чуть немножко подкрутить, и тогда будет совсем хорошо, потому что вот этот экспериментальный, а вот это то, что дает географию вот этим синим цветом. Спрашивается, как это все совместить с мультиплисти, который у нас есть? А как? Мы не можем сильно менять вот этот фактор, потому что в ультрафиолете у нас крон, в инфракрасе у нас линейный конфайн. Куда нам девать эту мультиплистию нашу? Но физически здесь довольно-таки ясно, что основная часть рожденных частиц связана с промежуточной областью. И, естественно, идея была взять, найти область, в которой вот этот фактор приближается вот этой функции. То есть здесь картинка такая. Вот один график, вот другой график, который вы здесь нарисован, и вот их отношения. Вот отношение к красной линии. И видите, если взять единицу, на 10% отходит вполне определенной области Z. Оказывается, так, есть взаимно однозначное соответствие между этим Z, ну, тоже с помощью Вильсонской петли, такую линейку можно устроить, и реальными координатами, чтобы посмотреть, чему это соответствует. Ну и получается, это соответствует где-то очень даже неплохо. По физике это промежуточная область от 0,4 до 0,8. Это мы сделали вместе с моим аспирантом Димой Агеевым. И оказалось, что вот эта эффективная длина, вот тут вот все, ферми метрах, она такая величина. Я не буду детали рассказывать. Ну и, в общем, мы имеем достаточно приличное согласие, тоже я проскочу, между мультиплисти, которой мы хотим, вот такой зависимость от энергии, и кварковым потенциалом, который имеет хорошо известный вид. То есть вот две такие величины нам удалось из одной теории получить. Ну и вот, собственно, в этом и заключается заключение. Именно основная идея была использовать образование черных дыр в пятимерном антидеситоре или его модификации как модель для формирования кварк-глионной плазмы в четырехмерном пространстве. Здесь много чего насчитано людьми, но я в основном рассказывала о том, как можно добраться до мультиплисти, без всяких подробностей рассказывала. Но ответ, вот я сказала, у нас получается модель, в которой можно вот получить такую зависимость. И также мы много сил на это положили, чтобы понять, в какой области можно вот как эту модель совместить с корнельским потенциалом. А это, чтобы как бы что-то куда-то встроить, нам практически надо было, у нас зависимость известна, нам на какой-то области мы берем аппроксимацию нашей любимой функции, там единицы назад. И мы хотим, чтобы трапеция, черная дыра была там.
это дает ограничение на размер этой черной дыры, или этой трапезы, рабочей поверхности. А это линейные размеры ограничены, это нам одновременно дает ограничение на время формирования этой черной дыры. И, в общем, эти числа, которые здесь получились, они совпадают. И следующей задачей, которая, конечно, стоит не только перед нами, но и перед всеми людьми, это получение такого рода моделей из теории струн. Спасибо.